Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 241 упражнение. Это диктант. Нужно обозначить части слов, в которых имеются орфограммы, и вставить пропущенные знаки препинания. Первое предложение. Отряд туристов шел по аллее, которая вела к реке. По аллее у нас орфограмма в окончании, вела, орфограмма в корне. Ребята остановились у обрывистого берега, запятая. Положили свои рюкзаки, запятая, набрали сухих веток и разожгли костер. Ребята, у нас орфограмма в корне, остановились. Орфограмма в корне, положили корень, рюкзаки, корень, костер, корень. Весело затрещали сучья, запятая, закипела вода в котелке, запятая, и чай вскоре был готов. Весело. Орфограмма в корне, затрещали, орфограмма в корне, закипела, корень, котелке, корень, готов, корень. Котлеты и чай с пирогами на свежем воздухе показались самой вкусной пищей. Котлеты, орфограмма в корне, пирог, орфограмма в корне. Свежим, орфограмма в окончании, и в воздухе, орфограмма в окончании, показалось, орфограмма в корне. Вкусной у нас не нужно никаких еще других согласных. Последнее, все поблагодарили девочек, которые приготовили ужин. Поблагодарили, пишем А, и приготовили, пишем И, орфограмма приставки. На этом все. Больше видео можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание!